Мы продолжаем выпуск. Президентский кабинет по-карагандински. Для учащихся 101-й школы-лицея открылся зал главы государства, который оснащен новыми технологиями. На открытии побывал и наш корреспондент. В 101-й школе теперь необычный класс. Здесь все связано с главой Казахстана. С целью создания условий для учащихся накануне состоялось открытие президентского зала. По словам представителей учебного заведения, в президентском зале с участием специалистов высших учебных заведений проводятся семинары-тренинги, интерактивные лекции. А совсем недавно для учащихся ввели новый предмет – государственное право. Для работы мы привлекаем и родительскую общественность. Поэтому, чтобы мы не мешали учебному процессу, у нас работает вот такой красивый зал. В этом зале мы ведем новый курс, это государственное право. В прошлом году школа с Карагандинским техническим университетом подписала соглашение о совместной работе по воспитательной системе. Это система воспитания учащихся на примере личности президента, говорит директор школы-лицея Алма Жумабекова. Мирамгуль Салкимбаева, Олжас Габасов, Алексей Спиридонов, 1-й Карагандинский.